Нет, зачем тебе демка? Ты чё? Хорошо видеть, что у тебя происходит. А мне тебе вместе со звуком? Да вообще без разницы со звуком или нет. Ну, играй со звуком, я имею в виду, мне показывай без разницы. Будет со звуком, короче. Да, звук. Выберите, бля, она все равно громкая, капец. Так сделай микшер там потише. Да я сделал, но... Она... Почему она... Боже. Значит, ты громче будешь у меня, понял? Ладно. Вот. Так, выберите разрешение игры, что... А как? Не работает, что ли? В смысле не работает? Ну, я нажимаю на... Ладно. Что это было? О, привет. Опа-на, какие люди. Куда тыкать, что мне надо нажимать? Ну вот, там написано внизу, куда нажимать. Скрип? А, выход из игры? Ну ладно. Запустить генов, короче. Начать новую игру, да. Номер прекрасная. Объекта. Номер 492. Расположение. Второй сектор. Лаборатория. Первая. Имя Джонти, фамилия Мехикон, отчество Владиславович. Семейное положение, не женат, родственники не найдены, детей не наблюдается, пол мужской, место жительства, не знаю, национальность не знаю, статус не опасный, судимость, похер, короче, убийство. Страшилка какая-то. Так, мы просыпаемся. Так. Тут надо что-то тыкать? Нет? Жди. Он лежит, отдыхает. Это у меня нету звука или... Это нету звука пока. А, ладно. X. Y. A. L. Где я? Что это за место? Добро пожаловать в лабораторию 1-4. Ты, как и все здесь, являешься международными преступниками. А за свои злодеяния ты обязан пройти наш испытательный комплекс. Что за этот голос? Я слышу его прямо в своей голове. Я даже не помню, кто я именно такой. Что вы со мной сделали? Твой мозг вставлен чип, который сможет давать тебе команды и советы. Из-за того, что в твой мозг был вставлен чип, твоя память сильно повредилась. Я знаю, у меня была семья. Я это хорошо помню. Что вы с ними сделали? Я не буду ничего делать, пока не получу ответы. Из-за чип... Это сливается друг с другом, запомнят. Но если откажешься выполнять поставленные задачи, будут неминуемые последствия. Последствия? Вы издеваетесь, да? Черт вы. Да и черт с вами. Видимо, другого выбора нет. Так, субъекты. Три субъекта. Второй сектор. А, пофиг. Тут написано, субъект выпущен раньше своего срока. Просим вас вернуть субъекта обратно в капсулу. Раньше срока, возможно, я смогу его обнаружить. А че он такой медленный? Журнал? Проходить уровни и найти способ выбраться. Найти субъекта, который, возможно, ходит где-то рядом. А разве я не субъект? Ладно. Ну, ты субъект, но другой субъект надо найти, понимаешь? Это диктор, и знакомьтесь, Боб! Что? Ой! А, я не видел. Ладно. Почему-то стрим жестко лагает. Потому что молдавский интернет. Акванский. Пропитанные специальным веществом шипы. Они способны отравлять человека и его полностью парализовать на время. Это он типа сел и отдыхает. Ладно. Сел и отдыхает. Кстати, да. Он медленный слишком. Зачем? Это же более новая версия, да?
Ну я последнюю скачу. Они. Я не помню, какая это. А, 0-2 это последняя. Просим вас не прислоняться к двери, не царапать дверь, не бить дверь, также не пытаться ее открыть. Спасибо за ваше понимание. А можно попытаться ее открыть? Нет. Ну сказали же нельзя! Ну, я... Сказали, ты еще дурак! Главный герой не хочет идти против правил, все ясно. Так. Додик, Додик. А что, это другой уже? Да. Это разные дикторы, знакомьтесь, Боб. Давай, давай! Нет! Ну, брат! Брат! Диктора, и знакомьтесь, Боб! Понял, это, короче... Ладно, не буду говорить. Почему ты делаешь таких медленным? Это ты типа так игру удлинил или что? Нет, тут дело не в удлинении, тут дело в том, что прыгать сложнее стало. Ловушки стали в разы меньше. Боже. Да не сказать, что он двигается супер медленно. Да нет, он двигается супер медленно. Сложность будет лишь расти. Пройдите эти испытания от начала до конца. В награду за преодоление всех испытаний получите признание и свободу, конечно. Опа! Опа, видишь? Про. А сохранение тут есть? Ну да, но как ты понимаешь, они не работают вообще никак. Нет. Автоматических нет, а те, которые не автоматические, лагают. И не работают. Он двигается с куражем. В чем прикол? Ладно. Блин, мне боюсь. Пиши в чат, лучше, Матвей. Нет! Это будет долгий летсплей, как и 4 года назад. Ну, на третьем уровне, то мне кажется, все пизда, потому что там сложно очень. Потому что это... Ну что за дебильный, почему такой медленный? Ну, я бы корить. Это странные хитбоксы. Вообще. Ща. Ты в полете задел. Опа! Опа! Видел? Про. Что? Опа. Капец, я про. Спидраню. Так, так. Нет! Так. Нет! Ты перепрыгнул. Да блин, да ты же видел, я ни одной ошибки, я умный, я делаю все правильно. Тебе нужно как можно ближе подойти и через него прыгнуть таким образом. А то походу Боб. Это этот... Это красный Джонзи, что? Что? Он в капсуле, он клон. Ну, я считаю, надо добавить Пуджа. А его тут нет? Его тут нет. А зачем я в это играю тогда? Жалко Пуджа. Фух. Покинда. Так. Вы прошли первый этап. Зайдите в эту дверь, чтобы перейти на следующий этап. Вы на шаг ближе к ощущению. Уже двое прошли. Я третье место, походу. Ой, извиняюсь. Ой. Я сегодня 9 уроков сидел, кстати, в школе. Нас задержали на 2 урока дополнительных по информатике, потому что ОГЭ надо подготовиться. Это ужас. Капец, мегакомпьютер, что? Что? Сохранить. Сохранить игру, она не работает, ну ладно. Ну я так и понял. Сохр. Так, привет. Не, нельзя прочитать. Лазер. Ну не отходим от классики. Лазер. Ну да. Разрабы Дауна. Ну здесь надо рассчитывать, типа, идти, когда он уже бьет, чтобы успеть. Не оправдывайся, не оправдывайся. Ну понимаешь, это механика такая, да. Говно механик.
Мужик, куда? Это тот самый, которого я искать должен? Он на лифте только что уехал. Да. Это красный... Джонси. Красный Джонси был в капсуле, алло. Ну ладно. Господи, какого черта? Этот человек, он весь в крови! Идеальная озвучка просто. Они прямо на тебя смотрят и все видят, кашель. Если увидишь их охранника, если вид видишь. Пробуй засрать, а забрать у него оружие. Какой ужас. Я могу тебе чем-то помочь? Старик, ау, ты слышишь? Прошу прости нас, субъект. Этот человек был с оружием. Он мог тебе навредить. Его пришлось ранить, чтобы спасти всех нас. Но зачем было его убивать? Равзи. Ну, Равзи. Что? Да, блядь, нет! Нет! Проверял тут. Нет! Баги! Я скину в баги! Так, в баги кидай, да. Ну, погоди, кстати, то, что он сидит, пока он что-то там разговаривает, это баг. Ну, это потом исправится, просто чтобы. Я все это скину в баги, чтоб ты понял. Гений. Все, гений. Это, я считаю, как бы, игра недостойна выпуска, слишком много багов. Да, конечно. Марк был прав. Марк был прав абсолютно во всем. Мы категорически рады в том, что ты беспокоишься о людях. Но не забывай, что он, как и ты, международный преступник. Хочешь узнать, скольких он обрёк насмерть? Смотри. Что смотреть? Куда? А, понял. Типа, отправили. Это он их убил? Чё? Это он? Да. Капец. Давай. Ноль ошибок, видишь? Ой, еще один. Это типа он... Это не запись, он реально сидит за окном и смотрит. Ну... Там, ну... Ладно, не важно. Спойлеры к сюжету, что? Спойлеры к сюжету. Все это проект «Знакомьтесь, Боб». Это и есть «Знакомьтесь, Боб». Так, еще чуть-чуть. Так, главное не спешить. Не спешить, слышишь? Опа. Все, ноль ошибок. Потому что я умный и делаю все правильно. Что за звуки? Все звуки я сам делал. Тер об микрофон. О, пасхалка, я нашел пасхалку. Это не пасхалка. А. Почему? А, так мне сюда и надо было идти, или что? Да. Сзади это... Там эта дверь стоит, ее надо открыть. Вот это вот. Дверь можно открыть при помощи компьютера. Они блокируют вам проход. И сделаны для... из очень прочного материала. Человека, которого ты видел, боялись многие. Он смог собрать себе сторонников и с ними убивать людей. Северные набеги на мирных граждан. Ну, ясно. Что, Навальный? ЧВК Вагнер? Что? Шайка копыт. Набеги на сервера Ильи Иванова. Набеги на... Ладно. Намного на что? Картинка настолько шакалилась, что стала черно-белой. У меня? Да. Ну уже все, но только что было. Это мои сандуги. На полу лежит что-то вроде осколка. Вы подобрали осколок. Нажмите в инвентарь, затем выберите осколки, чтобы посмотреть какую-либо информацию. Ладно. Осколки.
Нахождение уровень 3. Что эти осколки делали на полу? Не знаю. Можно их выбросить? Ну, зачем? Ну, здесь они тебе не пригодятся, они потом дальше по уровням нужны будут. А, наверное, знаешь, как во всех тяжких, зарубить кого-нибудь. Ну, как во всех тяжких, осколки похожи на мед, и наш главный герой решается... Чё за хардкор? А где сохранение сразу перед этим? Надо между ними вставать грамотно, это жесткая, да, комната. Наказо. Боже мой, разрабы дауны. Наказвалычах. Ну, вообще, ты за все время умер 3 раза. Это еще мало, понимаешь? Не, больше. Я только на первом левеле умер. 3 раза. Да. Ну почему? Почему я сначала приземлился и все нормально? А потом... А куда написали? Мне куда-то написали. А, я понял. Почему вообще главный герой именно здесь слишком быстро на жопу садится? Такого быть не должно, это тоже баф. Это должно было быть 50 секунд, да? Я забыл ему убрать 9 секунд, поэтому он через 9 секунд садится на жопу. Ну, видимо. Саня, что ты сделал? Я сделал испытательный комплекс Боб. Боб 8-й сезон. Так называемый. А что, там выходили какие-то серии? Да, видите, да. Ладно. Тут нет пуджа, зачем я иду туда, зачем? Тут про... Не, ну, вообще, что-то типа пуджа бы подошло, наверное, этой игре. Если... Ну, как в Resident Evil или в Outlast, шаришь, огромный, жирный. Пудж. Из кусков мяса. Что это, пудж? Что-то из... Помнишь, в предыдущей части Джампа было что-то из кусков мяса? А, вот, что назывался, да. Это был пудж, отсылка найдена. Только супер огромный почему-то, хотя пудж маленький. Пудж под спидами. Он только в ширину большой. Давай. Сейчас пройду. Вот сейчас возьму и пройду. Чекай. Давай. Что-то типа этого было в Jump 3 DLC. Просто. Чё за постер CSGO? Нет. Ну, Саня. Ну, что ты сделал? Ну, понимаешь, ну, как бы, ну... Ну... Тяжело, что было, но вот... Не словил немного тайминга. Нет, ну это... А есть кнопка, чтобы сразу всю игру пройти, а? Ну, блин, это баг, да, это баг. Надо я сделать считаю... эту кнопку. Надо... В идее потом напишу. Как вам идея? Как вам идея? Хорошая идея. Ну, анимация стоит, смотрит, анимация что-то там садится, ну... Анимация смотрит на ПК, но нас, ну, то есть... Кто-то там смотрит. А чё, она не появляется, она уже стоит тут. В чём? Так и надо? Ну да. Ну типа, оно тогда прогружалось со временем, а сейчас оно уже тут. Сань. Ну почему? Ну почему? Ладно, всё. А что? Без битья. Ща, пройду, всё. А то Саня потом на каком-то сервере будет говорить, какой же он лох, проходил всю игру 3 часа, не учился на своих ошибках. Он проходил игру просто, он шел, просто не останавливаясь. Он? Ты, он шел просто напролом, он...
Он взломал игру и сделал кнопку, которая проходит всю игру. Это я, да. Куда пишут? Куда? А, кибербуллинг. Да что такое? Украина, Приднестровье, Молдавия, Румыния. Понял. Смешно. Очень аристократичный мем. Денис, ой, Андрей Волков одобрил. Да, да. Андрей Волков ликует. И Андрей Волков, когда зашел в канал Кибербуллинг. Их группировка продвигала идею анархизма. Они все считали, что так будет лучше. И чтобы показать свое недовольство, они убивали мирных людей. Понял. Вот она, анархия! Ваня! А этот лагерь не работает, или он меня убьет в самый неподходящий момент? Ну вот не знаю, не знаю. Блин! Ну я, если что, умный, я догадался, что с ним что-то не так. Давай, бежим! Они... А, нет, с ним все нормально. Но а, это обман. Он, я сейчас включу компьютер, и этот лазер, он включится, да? Так, вот сейчас осторожно, там надо супер осторожно в квадрат. Супер медленно, да, потому что можешь уметь. Так только вы перетащите мышку на квадрат. Да, это что он садится на жопу, пока играет. Очень аккуратно. А, это как... Я сейчас скример будет, шаришь? Да. А где квадрат? Я же сказал аккуратно. Я не понял. В смысле ты не понял? Тебе надо было просто навести мышку осторожно. А, я тупой, да. Ща, я понял, как это проходить. Ну, это анимация, когда он садится, он везде, он играет, он все равно садится. Ёб твою мать, я забыл пофиксить. Просто, не останавливаясь. Герой ВСУ. Зачем давай. Ты это сказал? Саня, Андрюша, вот. Саня. Вот он учится, он видишь, проходит. С первого раза почти прошел. Так, осторожно. Сейчас по пикселю надо все. Зачем, Сань? Нет, ниже. Нет, нет! Почему не стрелочками? Так какими стрелочками? Это было бы еще легче. Смех Джокера. Ладно, сейчас. Да, и тот чувака, который избивает. Почему его побили? Эй! Эй, почему? Толпой, ой! Ладно. Сидит, смотрит. Так, так. Тако! Саня, ну ты видишь, я не совершил ни одной ошибки, я сделал все правильно. Почему оно вот так вот? Ну это в баге, я считаю. А тут можно умереть, это уже как бы, ну, это пропаганда баг. Смерти. Понимаешь? Я бы реально запретил игру Genesis, потому что, ну, зачем она нужна, согласитесь. Ну вот реально. Это дискредитация лаборатории России, я считаю. Ну я иностранный агент молдавский, да. Америка. Нет, польский. Ой, куда? Ой. Ты видел это? Короче, когда ты нажимаешь, и камера все еще движется, кубик тоже двигается. Нет, он не остается на месте, а фон двигается, и из-за этого можно проиграть. Так, просто это херня. Ну там по пикселю надо, ё... У меня соскочила рука. На глаз. Я это тачпадом делал просто. Писта переволновался. Конечно. У вас такого не бывало? Он шел и не... Он шел, не останавливался, а прыгал назад. Вот что это? Ты видел это? Он застрял.
Где? Ты на записи увидишь, он тупо застрял и в Да у воздухе меня висел и умер. лагает. Наверное, у тебя не лагало, это так и было в игре. Ладно. Вот как, блин, Знаешь, у если меня... бы я увидел в жизни разработчика этой параши, я бы его придушил просто. Согласна, как вам идея? Летай такой в Кишинев. Даня, привет, ура! И ты такой, сука! Ладно. Это тебе за гены. Сколько я уже прохожу? Ой, так. 25 минут, ты понимаешь? Аня, привет от детей Данилы. Саня, сука, привет от детей Данилы. Данила, сука, привет от детей Джоджо. Ну, Детей Васьки. у тебя с квадриком проблемы, понимаешь? С чем? Квадратным чеченцем, который умирает, как только сталкивается со стеной. Матвей что-то там опять отправил. Как же я ненавижу, сука. Прям как... Вот нахлынули воспоминания из 2019 года, как я эту парашу прохожу. Но я же Только там было прыгал. еще сложнее. Да не, вот там хотя бы двигался нормально, с нормальной скоростью, а не тут ползет как... Ну это, ну как его, убили какой-то херней сверху, и ты заорал и Сука! вставил. Да не бомбит у меня! Это даже для 2019 было баяном уже, понимаешь? Это был 2018, по-моему, вообще. Я не помню. Не, 20-й это был, мы же 20-го познакомились. Нет, познакомились мы намного раньше, но это на беседу было создано Ну, 20-го. скорее всего, 19-го. Да, наверное, так. Так, Саня, Это какая у такая... тебя Это... тактика, чтобы проходить вот это вот говно? Надо по пикселю, Так. осторожно, супер... У меня, понимаешь, у Понимаешь? меня в окне вот это вот выглядит. Оно в окне у меня в маленьком, оно мне разрешение нормальное не выбрало. А почему ты не поставил на полный экран? Ты я пытался, оно не нажималось тупо. Только самое первое нажалось почему-то. Я имею в виду, можно было настройки зайти, там сделать типа, ну А в меню ладно. нет? Нельзя уже, да? Не, в меню уже нельзя, на дороге нет. Ну это, короче, плюс хардкорность. Блять, нам еще и Ниже, ниже, назад да. надо будет еще и назад идти. И сел отдохнуть. Осторожно. Я Осторожно. мышь. Ну блять, ну быстро! Да Да ты блин, издеваешься. почему? Ну, у меня Рука руки соскочила. трясутся. Так, конечно. Она у меня всегда соскакивает. Блять, ну... Смысле, Куда у тебя рука соскочила, а? Мне кажется, я минут 10 уже только... Нет, больше. Это только этот уровень прохожу. Ну да. Ты иногда можешь просто вначале умереть, иногда в конце, иногда на этой херне, просто потому что рука соскочила. Да не иногда, всегда именно на этой херне, потому что рука соскакивает. Не могу ничего поделать. В смысле, у тебя мышка это где находится или что? Блин, надо, короче, чувствительность мыши как-то... Можно так сделать? На тачпаде чисто играешь. Ну, вот, на тачпаде как будто бы сложнее, чем на мышке, я тебе так скажу. Ну вообще да, там резкими как будто движениями. Нет, я не матерюсь. Помни о том, что ты любишь, помни о пудже. Пуч! Если там дальше будет пуч, то у меня будет появится мотивация проходить дальше. Все ради пуджа.
Блядь! Я не буду выкладывать это никуда, это слишком, ну, сам понимаю. В смысле? Даже на Данила Рудака, где прям самый этот находится. Ну это позор меня, моего, моей фамилии, моей семьи. Позор, позор Акванды. Да, Гагуз будет мной очень недоволен. Сколько лет строили эту шикарное село, чтобы его очернить? Гагуз, мне кажется, сожжет Акванду после, если я выложу это куда-нибудь. Поджигайте костер. Дима, знаешь, у меня... гений, охуенные мужики. Что? Ну нет, все правильно. Знаешь, у меня жестко лагает, но затем я слышу звук. И такой понимаешь, что это ты сдох. Ну ладно. Потому что звук у меня не отстает, в отличие от картинки. Мама. А мама мия, мама мия. А мама мия, let me go. Позор Акванды. Ты еще можешь восстановить свою репутацию? Бля, как... Почему именно здесь? Как я умер? Давай. Илья Иванов, Илья Иванов, Илья Иванов. Ну, Саня смотрел 3 часа прохождения этого чела, так что... Я думаю... Ну, 2. 4 часа это... Ты думал, 4 часа проходил игру с 3 уровнями? А что, нет? Нет. 2 часа. А, ну... Великая разница. Просто да, великая. Если бы он 4 часа проходил, я бы вообще охренел. Да я сделал 3 часа, а не 4. Ладно, забей. Да, А скажи мне, тот чел тоже на этом уровне застрял? Он, короче, постоянно умирал лазеров, потому что, типа, он шел тогда, а когда они закончились уже, и тогда он начинал путь. Банихоп. Еще вспомни, что раньше вот эти все ловушки было больше, и они были жестче. Да он хотя бы ходил с нормальной скоростью и прыгал, бро. Я могу ему чуть скорость поднять, но прыжок уменьшить. Почему лазеры, они так медленно поднимаются? Надо, чтобы они моментально. Это что, лазеры, по-твоему? Ну, как раньше, да? Да, тогда было реалистично вообще. Ну, не переплюнула классика вот эта вот игра. Jump 3 классик чисто. Не, ну, вот это именно, подобавляли всякой ненужной хуйни. Почему? Вот раньше этот, ты либо тупой, либо мужик, а сейчас. Либо тупой, либо мужик. Давай. Я настолько потерял, ну растерял уже свой дух, что я даже до квадрата этого не дохожу. Я. До него умираю. Так. А мама мия, мама мия, а мама мия, вот мия. Почему? Почему какой-то опускается долго, а какой-то быстро? У них интервал. Ну потому что скорости. Да. Почему? Вот ты думаешь, вот это круто, вот добавлять в игры свои. Ну нет, это не. Это... Ты понял. Где нас переоценили?
за бред он несет про геноз? Ты правда. Так, все, сейчас самый ответственный момент. Мышка короче, не должна соскользнуть. Саня, короче, качаем этот. Как его? Ну, чтобы ты перехватил управление над моим ПК. И ты пройдешь. Бля, я себе только что об стул порезал палец. У меня кровь идет. Это вообще как возможно? Я не знаю, у меня табуретка старая. Я не знаю, это можно... Ой, погоди, помой, промой еще. Кровь, кровь, ай, я промою под водой, погоди. Что, нет, игра дала до слез. Я прострелил себе руку ножницами. Что? Так, чё, Сань, качаем TeamViewer, понял? AnyDesk, потому что AnyDesk лучше. Чё, ты уже? Серьёзно? Ты... Я думал, это шутка. Да не, нет. Ну, блин, ну... Лучше бы скачал, потому что я не собираю. Это затянется надолго, я думаю. Чё? Кто там? Ну, я могу... Что ты можешь? Эск, так называемый. У меня ну, я, в принципе, пока скачу. Пытайся. Вот так скачаешь. AnyDesk. Он бесплатный? Да. Нет, платный. Покупай, чтобы поиграть в Genos. AnyDesk.com. Genos платный? А он всегда будет бесплатно. Хотя не знаю. Может потом буду это вообще это продавать чисто копии миллионами, вот понимаешь. Так. Скачать. У меня скорость хуже, чем обычно, даже. Made in Europe. В Молдове, наверное. Короче. О, так, а, любые да платформы. Она... Я походу скачал и все. Или что? Что ты скачал? AnyDesk. Ну тут есть типа в браузере AnyDesk. Ну короче. А. Ты знаешь, понимаешь, что типа вот эти все с передачей они лагают жестко. Слушай, ну я знаю, но это. А нормально, что я на записи спалил свой код. Да пофигу, какая разница. Ну ладно. А вдруг, все равно, короче, если тебе придет. Фанат Данилы это возьмет ночью управление новым ПК и будет делать там страшные вещи. И откроет откровенные фотки это. Я скидываю, короче. Ну короче. Этот код там надо специально отдельно, типа, принимать, чтобы тебя. Ну, типа, чтобы взяли контроль, так что забей. Никто тебя не взломает. Ну, кроме меня. Так, это рабочее место, и там твой код, да? Да, да. Правильно? Да. Так, я не помню, Так, сейчас надо нажать пригласить, по-моему. Отправить на сессию следующему модификатору. Так, сейчас. Чё ты кинул? Я скинул в счёт войса. Так, ты, надеюсь, кинул не скрин? А, отлично. Как я себе так, копировал. Генос дала до селф-харма. Так, пригласить профиль. Ну, это без разницы, пригласить. Всё. Отключить. Да, разрешаю доступ, конечно. Разрешаю доступ, все мои пароли. Так, разрешить доступ, Брэд Мауэр, Windows. Так. Мне тут еще помощник по обновлениям работает. Это на компьютере, так что надеюсь, лагать не будет. Ничего, я даже нажал разрешить да доступ. Чё за... Да, а, не... это я тебя. А, я тебя. Я себя слышу. А, я тебя слышу. Эй, отмена, бля, отмена.
Алло! Алло! Все, у меня теперь админ. Что? Что? Уйди! Уйди! Теперь я что ты творишь? Теперь я передам тебе права на сервер. Мразь! Мразь! Блять, ты что нахуй издеваешься? Ты сука! Не смей! Да все, я. Да все. Да не, ну лагает. Да вы. Харе, да. Ты лагает капец. Да харе ты, ёб твою мать! Да ты, блядь, чё, ебанутый? Харе, я тебя прошу. Я закрыл. Успокойся. Я закрыл. Сука! Не нравится Anydesk, параша полная. Короче, оно лагает. Мне чё это, нет, блядь, заху... самому проходить. Да нет, чё ты, вдруг у меня лагать не будет. Ладно. Давай, короче, я сейчас кину свой код. Пиздец, блядь. Ладно. Ну, блин, я бы себе реально адрес передал права на сервер, если бы оно не лагало. Ну ты вообще, конечно... Ты, походу, вообще, ну, не, как бы... Так, вот, пожалуйста, мой код. Давай. Идёт, это вообще, это как? Так, не вижу пока приглашения. Идет соединение, пожалуйста, подождите. Я жду. Я жду, я не жалуюсь, я жду. Так, что-то мне ничего не пришло. А, вот, вижу. Принять. Разрешить, да. Сейчас Ваня, я зайду на порно-сервер и... Ваня, если да. Все хуёво, открой эту хуйню и позвони Сане. Лучше звонить. Принять. Ваня. Сеанс начался. О. И чё, блядь? Опять ты у меня на ПК. Чё за хуй? Иди в жопу. Как это? Я вообще не понял, что происходит. Я не знаю, Саня. Ладно. Я не понял, это я как вообще пойду. Работает? Да блин. Все, чекай, короче, прохождение. Ой, сейчас умрёшь, чувствую. Чё ты там чувствуешь? Давай. Матвей, чё там Матвей написал? Он меня искушает. Как это контрить? А что? Он написал, как это контрить, забей. Давай, осторожно направо, направо, максимально направо, теперь них. Давай. А если что-то, если пойдёшь второй раз, если ты умрёшь дальше, тебе и да! Не надо проходить. Сосать! Всё? Назад идти? Или вперёд? Вперёд. А. Там еще уровень, но ты не будешь второй раз проходить, если умрешь, забей. Почему? Ты сохранил? Не, имею в виду, если ты умрешь, то тебе не надо будет еще раз вести этот квадратик, там уже будет открыто. А, фух. Спасибо. Ну идти тебе, ну, да, придется заново. Хотя бы квадратик не надо будет. Было бы прикол, если бы там еще и скример был, как в оригинале. И ты бы чисто такую мышку дергал, такой, ебать. Ну и разбил бы монитор. Заодно, да. Я робы. Да. Я вообще не понял, как оно работает. Один раз я подключу... Я не понял. То есть, один раз я подключаюсь к тебе, и почему-то ты у меня на ПК. Потом ты подключаешься ко мне... И я, ты у меня тоже на ПК. Это что за, ты что, разработчик? Вот Made in Europe. Ну, может, у нас разные версии, типа. Может, у меня версия, типа, для того, чтобы разная версия, ни хрена себе разная версия. Тот самый электрик, который решил подключиться к пользователю, а пользователь к нему подключился и украл все деньги. Блин, ну че ты меня раз... Не смеши меня, я не могу пройти игру. Made in Aquarta. А как тот чел проходил этот квадратик? Обычно он легко прошел. Блять. У него мышка не соскакивала, он только на лазерах умирал. У меня мышка, наверное, слишком чувствительная.
Или что мне делать? Добавь в настройки генов, настройки чувствительности. И хрена себе, как? Как какать? Ща посмотрю, что он там писал. Да как давай. Так андрить? А, как так андрить? Так. Ну чувствую, этот летсплей никто не посмотрит больше 2 минут. Ну конечно. Но типа не дойдут как... до самого интересного, как я взломал твой ПК. А блин, я вот там напишу касательно этого. Давай. Все. Мужик! Теперь финал. Ты... А, фух. Я уже думал. А! Надо назад идти, да? Нет, надо еще. Блять, там еще и назад идти надо! А там назад сохранение. Тебе не надо будет все прям заново проходить. Отсюда до туда. Ну тут легко. Вроде бы. Тут полегче, да. Ну видишь, в соло. Легко, легчайше. Журнал обновлен. Чё там... Проходить уровни. Я чувствую, что моя голова будто раскалывается. Эту боль очень трудно терпеть. Жиза. Тоже, когда я в эту играю, мне очень больно. Не знаю, что. Поэтому я сделаю так, чтобы больно было разрабу. Ладно. Надо было... Я понял, почему Саня сделал тут сохранение. Потому что если бы я возрождался там, то там бы уже все было открыто. Что ты сказал? По факту. Там все было открыто. У меня же типа сцена не перезапускается. У меня просто... Этот, как его... У меня просто персонаж. ТПС. Спать уже. Засыпаешь от этого летсплея, да? Летсплей, по-моему, уже тоже 2 часа идет, или мне кажется. Да не. Всего лишь 47 минут. Это не час. И не 2. Нормально. Ну, если я пройду хотя бы за час... Тот самый Матвей, уже... который прошел за 30 минут, но при этом усложненную версию. То он пиздит. Че он там прошел? 30 минут, это он проходил 3-й уровень. А, ну ясно. Тогда я верю. Ну да, я поверил. Ну да, я поверил. Ну да, и че? Все, не заговаривайте меня. Ну да, я поверил. На, сука! Ладно. Видишь, да ты лучше, чем тот челик проходишь. Потому что я чувствую эту игру. Я умный, я не совершаю ни одной ошибки. Я делаю все правильно. Ой-ой! Ой-ой, а! Я думал, там лазер работает. Для этого я его туда и поставил. Чтобы обманывать бедных цыган. Да. Ну, ясно. Там, ну, опять на этом же месте. Ну, Заня, ну, зачем ты мне специально меня убиваешь? Да так, у меня, понимаешь, у меня кнопочка есть, чтобы включать, выключать. Хоп, хоп, хоп. Просто издеваешься над бедным молдаваном. Это ты издеваешься, мой комп 2 раза взломал. Ну это того стоило. Ты почти прошел, тебе там немного совсем осталось. А этот, там еще один уровень есть или это все? А, еще. Нет, это последний. После него будет прикол один. Там тупо путь стоит. Прикол. Вот это прикол, я не против.
Помните, вы меня просили сделать анимацию дрочки главного героя, да? Нет. Я такого а не я, просил. я помню, меня просили, типа, Нет. засунь файлы, типа, где герой дрочит. Да? Такое было во времена Jump 3. Матвей, ты такое просил? Такое было во времена Jump 3. Ну, я и удивлен, что этот извращенец, он просит такое, но не я же. Давай, Даня! Нет! Нет! Нет, до последней ловушки! Нет! А, ты видел, как он... анимация. Да это потому, что он садится на жопу, я не сделал так, чтобы она перестала работать. Она на постоянке работает абсолютно всегда, так что... Слушай, такой баг. Можно, типа, с помощью этого бага возродиться? Нет? Нельзя. Нельзя. А когда персонаж сталкивается, там в любом случае он двигаться не может. Так что забей. Жаль. Ну мужик присел тупо. Можно будет сделать чисто такую наёбку, то что главный герой, он типа проходит уровень очень сложный, а в конце его убивает лазер, но это наёбка. И когда он нажимает на R, он всё-таки возрождается. Это... ладно. Я не буду говорить, не поймете все равно прикола. Не поймёте прикола. Я умный, вы не шарите. Как Мальчихин это говорит, я шарю в машинах, не то что вот это. О, там марка 551. Ой, ну вы не шарите в машинах, то что вы не поняли, да, да. То я сейчас хотел про доту пошутить, но... Зачем? Про Джа? Ну блин, про Папича. Папич? Вот он, это он хукает. Вот это хук! Девушка скажет да, если у вас большой хук. Всего за 3 дня можно отрастить большой хук. А если у меня Хукайте. Вообще нет хука? Хукай так, как нравится. А можно как-то пришить чужой хук? Зачем тебе пришивать чужой хук? У меня нету своего хука. Как к сожалению. Так? Ну, родился с инвалидностью. Бесхуканизм называется. Кто-то. Dark Souls это самая сложная игра. Кто-то нет. Моя игра самая сложная, также Генус. Слабаки. Я лазеров тут меньше сделаю, примерно на 1, и добавлю скорость. Понаставил лазеров и думаешь, что крутой, ну ясно. Так он. Не, ну ты реально на самой последней, самой маленькой ловушке умер, это просто гениально. Да блин. Это слава испортила человека. Так вот, все, иди. Ты почти прошел. Это самый длинный уровень. Там надо туда пойти, сюда. Скример. Всем привет, с вами я, Каин. Общежитие 72. Вот это графон. Я готов... О! Вы прошли демо-версию игры Genius. Это самая первая версия игры. Если вы хотите, чтобы игра обновлялась и развивалась, переходите на Discord сервер игры. Ссылку можно скопировать в меню. Не забудьте написать о багах на этот сервер. Удачи. Ну, напишу сейчас. Это, зайди в этот... зайди... блять. Ладно. Игра... говно сейчас напишу. Поиграл. Полное разочарование. Jump 3. Вот Jump 3 он был. Он был. Бля, Матвей такой пиздец отправил. Игра говно. Так, сейчас прочитаем.
А ты баги отправил, да? Да, конечно, я все отправил. Сидит, смотрит. Так, Рамзи игра не было переоценена. живым. Учили. Так, писать. Блин, меня слили. Что же делать? Сам ты говно. Кто вышел? Матвей? Матвей. Короче, как тебе? Ну, если я сделаю игру легче, то как Да тебе игра не в целом? надо делать ее легче. Почему? Ну, а зачем? Это я лох. Ну, Матвей вообще на 30 минут прошел. мне кажется, ну, немножко он это пиздун. Ну, ладно. Ну я за сколько прошел? За час? За меньше, чем за час? За 50 с чем-то минут вроде, да? Да. Ну прикольно, мне понравилось. Тому, если бы можно было есть капусту и быть жирным, вообще класс. Вообще. И быть пуджом еще, да? Ну это слишком жирно быть пуджом. Если вы понимаете, о чем я. Так. Понимаю. Понимаю. Матвей, кстати, ничего толком не сказал про игру почему-то. Ну, типа, он сказал, игра норм, но что-то там, да. Ну ладно, я могу останавливать запись, да? Можешь это, да, останавливать.